По окончании всеночного бдения 20 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери с молитвой и благоговением встретили древнейшую икону Верхневолжья, чудотворную страстную кашинскую икону Божией Матери. Икона датируется XIII веком. В Спасо-Преображенском соборе икону поместили в защитную капсулу, так как уже долгое время, с 1986 года, она находилась в Москве на реставрации и прибыла в Тверь на месяц. Икона принадлежала благоверной княгине инокине Анне Кашинской. Приглашают жителей и гостей города поклониться великой святыне Тверской земли. Чудотворный образ будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери до 21 августа. Адрес: Тверь, Соборная площадь, 1, корпус 1.